Гуманитарные кафедры во всех вузах страны позволят развивать среди молодого поколения межкультурные коммуникации и воспитывать на основе национальных ценностей. Так считает заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Академии правосудия Тулюгали Бурбаев. По его словам, статья президента адресована прежде всего современной молодежи. В ней отражается призыв к внутренней модернизации, к поднятию уровня образования, культуры и конкурентоспособности нации. Статья очень методологическом плане, концептуальном плане заслуживает особого внимания. И, соответственно, нам надо дальше развивать, дальше работать с тем, чтобы углубить вот эту философию методологической постановкой. Наша задача – передать те знания, опыт, которые накопили за эти годы, те ценности, которые есть у нашего народа. Через образование, через культуру, через воспитание, через средства массовой информации. То есть побольше нам надо говорить о тех духовных, нравственных ценностях, которые есть у нашего народа.